мурашек бежит. Так, это получается мы... Так смешно бежит. Проехали вот весь Красный Ключ. Получается, доехали до Бюрлоги. Вот это вот... Через 400 метров поверните направо. Через 400 метров нам надо повернуть направо. Вот налево Лысая гора. Если налево поверну. Почему она лысая, если она не лысая? Поверните направо. Вот, точно Красный Ключ. Вот направо. Так, ну туда нас не пустили. В общем, там идет ремонт. Мужчина сказал 50 метров проехать, потом направо. Потом... Поверните направо. Ну, в общем, навигатор говорит. Получается вот здесь. Прямо перед горнолыжкой. Через 400 метров поверните налево. В общем, получается, здесь сделают хорошую дорогу прямо до самого Красного Ключа, до родника. Или где она вообще? Это вода бежит прямо из завода, питьевая. Можно в любое время подъехать и налить. Нам охранник так сказал. А вообще нам, оказывается, надо туда и налево. Только делаю дорогу, да? А может она такая будет вообще насыпная? Нет, зачем? Я думаю, асфальт. То есть пойдем, думаю, что асфальт будет. А, ну да, вообще-то бордюр такой. Да, он сейчас выгораживает, молодцы. Домики красивые. Ну что это? Сдаются, думаешь? А, видишь? Там что, сдается, видно, подается написано. Ну, йоса что-то. Что-то йоса, в общем. А вот такие вот указатели стоят. Источник Красный Ключ. Вот охранная зона. Так, вот мы приехали в Красный Ключ. Смотрите, здесь делают прогулки по воде. Телефончик висит, может, кому надо. А вот еще на моторной лодке тоже. А, ну это что? Так, ну на территории получается, смотрите, спортивная площадка. Там детская площадка. Там получается какая-то пикниковая зона, что ли, да? Наверное. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Здесь такая прогулочная зона, так скажем. И вот получается озеро. Там домик на воде. Вода, смотрите, какого цвета. Там церквушка стоит. ГЭС Красный Ключ. Это что, ГЭС написано? ГЭС Красный Ключ? Там кафе. Сейчас, видимо, не работает. Может, работает. Так, ну кафе сегодня не работает. А, потому что оно только сейчас до 8 сегодня работает. Это озеро, где поднимаются на поверхность родники, получается, оно глубиной около 40 метров. Говорят, что дайверы туда спускались, и там такая ниша, ниш несколько, где-то метр диаметром, оттуда вырывается вода с камнями. А вода, кстати, пригодная для питья, но в ней много извести. Здесь рядом завод, вот куда мы заезжали, получается, они ее очищают, перерабатывают и продают под брендом «Красный Ключ». Здесь такая зона для отдыха, скамеечки стоят. А, забыл сказать, кстати, туалет есть в кафешке. 20 рублей стоит. Ну, некоторые ходят вон туда, в те деревянные туалеты, они бесплатные. И сейчас мы посмотрим, вот здесь вот у нас купель получается с водичкой. Вода, кстати, 5 градусов всего. Смотрите, какого она цвета, потому что там известь.
Вот, а тут вообще зеленая какая-то. Здесь нет цвета? А здесь есть такие крючочки, чтобы переодеваться, скамеечка. И такая вот ледяная водичка. Там еще лесная тропа есть вдоль речки, получается. Можно тоже сходить. И вот здесь вот тоже тропка какая-то. Так, вот мы прошли по тропе, которая идет от родника, от озера. Дальше там есть? А, родник тоже? Ага. Все, это... Че, скользко? Закончилась, да, тропа? Ну, как вы, ну, так, ну можно где обойти? Там? А, по лесу. Или вот здесь можно вплавь еще. Вода прям голубая. И мы зашли с другой стороны. С другой стороны речки. До этого я показывала, мы там были. Сейчас вот мы с другой стороны. Смотрите, здесь слияние получается рек. Там вот прям видно, что вода разного цвета.